Доброго всем времени суток, друзья. Всем гостям канала привет, интересующимися. Погода стоит шикардос. Я даже баф взял, потому что солнце шмалит. Практически штиль на воде. Выходим двумя экипажами. Я с супругой. Любимая. Всем привет. Вот. Володя сейчас подрулит. Отсюда выйдет тоже с супругой. Живец у нас есть. Сайда, вернее, это селедка. Покажи, зайка. Селедка из скумбрия. Сейчас попробуем вот таким ультралайтом. Вот, половить чего-то покрупнее. Пойдем вон туда, 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 туда. Надеюсь, все получится. Вчера в том районе была поймана, по-моему, мольва. 15 килограмм, да. Вот, ну, нам столько не надо, но ради интереса мы готовы попробовать. Вот выходит наш второй экипаж. Светлана и Володя. Вот вместе тоже у них ультралайт. Вон, смотрите, какие пилечки. Вот сейчас вместе рванем. Рыбачим уже где-то час, да, любимая? Да. Ничего, один маленький печок. Пока, кроме погоды, нас ничего не радует. Норвегия, тут поймает и дурак, да, зайка? Вот. Как-то так получается у нас. Но опять же, это рыбалка. В любой стране, даже там, где есть рыба, где ее много, рыбалка вещь непредсказуемая. Не столько рыбу ловим, сколько любуемся природой. Обалденные виды здесь. Один другого лучше. Оп. Стопроцентный дып. Но не захотел добирать. Так, есть люрчик, ну конечно размер этого люра. О, и сошел. Ну, можно сказать, стряхнули, все равно выпустили. Три раза гаденыш добивал, взял, но это не размер. Сами понимаете, такую рыбу. Видите, какую крокозябру. Ой, бляха-муха, она еще и упала. Поймала жена. Понятно, что это типа медузы, какой-то микроорганизм. Вот. Ну, отличилась. Но поймала. Была у меня поклевочка, не знаю, подсек. Через 100 метров посмотрим. Пока не чувствую, если есть, то что-то очень несущественное. Может, акула. Нема никто, сошло гадюка, пустой тройник на пилькеры. Вот, ну поклевочка была знатная, нервишки пощекотал. Закинул Иваныч целую эту, как ее, скумбри. Вот, или селедку. Говорит, что-то, говорит, долбит, но, говорит, заглотить не может. Короче, ждем трофей. Если кит не клюнет, вот, то мы, конечно, не согласны. Есть у меня что-то такое, что упирается крепко. Со 190 метров взял. Сейчас не знаю, жена будет помогать ассистировать. Упирается хорошо, очень хорошо. Зая. Через 100 метров включусь. Так, вот и наша рыбка. Это, по-моему, то ли линь, то не знаю, как его называют. Мольва. Ну, мольву я, по-моему, уже ловил. Это что-то другое. Ну, короче, взяла. Взяла. Ух, хоть что-то. Гаденыш выплюнул. Маленькая осьминожка. Маленький такой. Вот смотрите, какой маленький, красивенький. Видать, сожрал его совсем недавно, потому что еще даже не переваренный. Да, Зай? Да. Что-то там Гена ловит непонятное руками. Ах,
Он что, оторвал, что ли? Тихо, не суфлируй. Смотри. Вот такая рыбалка может быть только в Норвегии. Это так Гена рыбачит. Я не знаю, почему. У меня петлю кинула. Это у Гены катушка скинула петлю, и он пока на пальце наматывал шнур, у него взял этот люр. Каждую приманочку, ребят, еще изнав сетники, на пальцы. В общем, короче, такого случая у меня еще не было. Агата ж вывернул этот самый. Вот смотрите, насколько сильная рыба. Вот, смотрите, вывернул застежку с этого. Господи. В общем, короче, такой случай, Таня, ты там поаккуратнее. Такой случай у меня впервые в практике, чтобы на намотку на руки. А? Вовчик поймал? Прямо под лодкой? Вот молодец. Так, ладно. Хороший, Володь? А? Треска? Нормально или нет? Двушечка? Ну, Петри, Вовчик, молоток. Что я тебе могу сказать? Так. Под вечер немножко у нас зашевелилось. Так, и любимый отличился. Давай, что творит? Давай, что-то поймал хорошее. Люр, скорее. Ух! Как спиннинг дугой. Давай, давай, дорогой. Даю. Форсировать нельзя, так. Спиннинг ультраватовый для этих мест. Сейчас посмотрим, что там такое. Ну-ка, дорогой, давай, давай. О, как старается. Хороший такой, на трешечку живет. Ничего себе. А мы... Ух ты, вот опять пошел. Вот, а если видно. Вот какой. Он. Ты видела? Да-да-да, видно, видно. Я его снимаю. Глянь. Давай, вот тебе помогать? Красава. Не, я сам возьму. Дай мне только этот багорик. Сейчас мы его припаркуем. Тихо, тихо. Не тихо. Хочет. Все, она хочет. Опача! Вот он, красава. Молодец. Вот он. Молодец, дорогой, поздравляю. О, спасибо, любимая. Хороший люр. Не только ты копилочку эти самые. Ну да. Вносишь, ну и я иногда. Молодец, молодец. Дамы и господа, я тоже стараюсь. Супер. Ой, смотрите, сколько медуз. Видно? Видно, ох, видно, какая красивая. Красота. Огромные такие. Ну вот вам. Вот вам и океан. Вот вы мы во фьордах. Вот это фьорды. Вот красота какая. Атлантический океан. Все, дорогой. Молодец. Ребята тоже. У них тоже есть люр. Просто я вам в начале видео показывал. Покажи, Володь. Что? Ну вот эту рыбу. Это мольва. Мольва? А, это мы уже с тобой ловили мольву, да? Да. Вот. Короче, вот такие дела. Это Норвегия, слышишь, к вечеру еле-еле разыгрались. Завязываем мы рыбалочку. Сейчас вот встали, хотели немножко скумбрии взять. Ну, этой, макрели. Вот. И поднимается ветер, а ветер не есть хорошо для макрели. Рыбку мы поймали. Сегодня была очень трудовая рыбалка. В смысле поклевок рыбы, но зато... У нас обалденно получилось отдохнуть, поскольку шикарная была погода. Вот, поэтому собираемся. Всем мира, добра. Спасибо, если посмотрели нас до конца. До новых встреч. Всем пока.